Дорогой мир, добрый день, рад вас видеть. Мы с вами последний раз на Петербургском форуме встречались, да? Когда было в Сербии, когда вы были в Белграде. Не, на форуме на видели, форуме. Но это было далеко. Да. Когда сказали. Я хочу вам поблагодарить за вашу личную историческую справедливость, которая у нас, славянов, не была всегда так видна. И то, что сейчас на Украине происходит, это борьба для нас, мы, которые видели, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали 230 тысяч сербских. И я думаю, что эта аналогия очень важна для всех. И специально сейчас, когда начинает новый мир, я думаю, я верю. И я приехал до Ханты-Мансийска, где был фестиваль, и сейчас я хочу вам сказать, что у меня идея в этом новом мире, чтобы сделал такой триптих, русский триптих, три фильма. Первый, который называется «Инженер легких прогулок», это версия, моя версия, современная версия Достоевского, потом «Гоголь», как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича. Очень смешно. И очень, я думаю, что сейчас это важно сделать. И третий будет «Казаки», глава Николаевича Толстого. Если происходит, это будет 3+1, это, возможно, будет лавр Евгения Водолазкина. Я думаю, что на конце это новый мир и конец моей карьеры. Это происходит, я думаю, очень хорошо одно с другим. Ну, если ваша поддержка будет, так это... Что касается завершения карьеры, мне кажется, что об этом вам рано говорить. Вам рано говорить. С вашей Гернике до сегодняшнего дня вы так много сделали. Мне кажется, что сделаете не меньше еще.